Просто Здравствуйте! нет. В нашей Ладно. компании прибыло. Вот это И да. Ярик. Илья, Ярик, Софья и я. Мы идем снова в Элшилд. Ну вы поняли. Тут дом Димона, который не Димона нулен. Да, где нас Димон прогнал. Идем заново его покорять. Кстати, сегодня 23 февраля. Большая семья. Никого с этим праздником. Никого с этим праздником не поздравляю. А что сегодня за праздник? 23 февраля. У нас карты. А что это значит? Мы будем дергать. В 22 году это не праздник, Илья. Это кошмар. Детекторы ЕМП, рассудок направлен на микрофон. Мужчин поздравляю. 24-м перепутала. Мужчин поздравляю, остальных нет. Катя, у нас уже 23 год. Какая разница, ничего не поменялось. Я уверена. Ну да. Просто немножко в прошлое улетело, да. Да не, я уверена, ничего не поменяется. Конечно нет. А нас не заблокируют за такие разговоры? Да по херу вообще. Привет, есть. Меня заблокируют за бейджика в ДБД, чё ты? В гараже нету этого. Бейджик прятки. Да, бейджик ДБД. Ну это значок, который висит. Значок, амулет. У нас с Яриком одинаковые. А не только тебя, да. Ну ты это вместе. Ты это не записываешь. Так, в комнате с куклой пряточка. В джинсах пряточка. В подвале нет. Да не, на Ютубе ж не должны. Да нет. Ютуб Россия ж закрыли, да? Или нет еще? Нет. Нет. Должны были? Еще подразделение есть? Я думал, закрыли уже. В самой дальней комнате, самого дальнего коридора. Две пряточки замечательные. Ну, я думаю, если, короче, они начнут банить кого-то, то их закроют, потому что, ну... Политика Ютуба не совпадает с политикой страны. Ой, да хорош, я тут белорусские шутки шучу. Реально кисть, прикиньте. А чё вы ходите? Это гостиная. А чё, говорит, вы ходите? А чё там орба нет? Действительно. Не пищит. Призрак, призрак, который не выдает орб. Я что, для тебя какая-то шутка? Ой. Ивент. Ивент. Да. У меня... А я как раз фотик скинул, как классно. Можно меня не пугать каждый раз? Призраки, вы чё? Постучи в окно. Скажи что нибудь. Такая закрывает дверь, я думаю, Вася, это чё? Скажи, скажи что нибудь скажи. Напиши в блокнот. Скажи что нибудь В последнее время у меня получалось его уговорить. Напиши в блокнот. Скажи что нибудь Эй, чё, как сам, как жизнь? Спасибо. Это призрак. Дурачок, что ли? Нет, ответил. Призрак. Почему сразу дурачок? Что за кибербабулинг? Наступи. Кибербабулинг. Я так прикольно фонарик кинул, он ударился об косяк и упал. Об косяк какой косяк? Дверной. А. Сегодня смотрела видос в инстаграме. Значит, там какой-то стендапер рассказывает, говорит. А вот раньше, говорит, типа ругали... А, ругают, говорит, сейчас песни Моргенштерна за пропаганду наркотиков, да? Ой, слово запрещенное на ютубе. За пропаганду котиков. Осуждаем. Вот, осуждаем, да. Котиков. Котиков. Вот. А что-то следов не вижу. Я тоже. Вон, вот, вот, а, вот. Лазерного не было. Вот, а... А, говорит, есть песня «Сектора газа», которая прям рецепт, как изготовить. Котиков? Да, да, да. Котиков? Котиков, да. Котиков готовит? Да. Ты здесь? Ты рядом? Молодой? Рагу из котиков. Извините, пожил, пожил. Ты здесь? Рагу из котиков, фу! Ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой, говорю? Добрый, говорю? Старый, говорю? Злой? Слышь ты, молодой? Старый? Добрый? Злой? Не знаю. Может, он переехал, да? Ну вообще там крестики были. Да нет? Тут. Ой, что ты что-то кинул? Рецепт рагу. Угу. Берем сначала укроп, потом кусачью жопу. Да-да-да. 25 картошек, 17 мандавошек. Господи. Это же плохо, нет? Это плохо, да.
Что? Это плов. А, точно, это плов. Напиши в блокнот. Какую рагу? Пусть будет рагу. В блокнот напиши. Напиши в блокнот. А вон. Не, вы реально его заколебете сейчас просто. Стоят такие вокруг это. Втроем на него орут. Так он уехал. Сделай что-нибудь. Да не уехал он. Он уехал. Да картина же выкупала. Там это, там термометр шалит. А, нет, он уехал. О, он уехал. Он дверь дернул. Он дверь дернул? Да. Да, есть. Отпечатков нет. Есть? Он в коридоре. Понял. Нет? Mm-mm. В коридоре он тут наступил. Он пошел. О, ходит. Ходит, ой, смотри, да. Какой. Ходок. Белый походи. Ходок, что ли? Вы что, ему ходить запрещаете? Да. Что такое? С вами не походишь нормально. Место своего имения. Напиши в блокнот, блин, ну что ты? Сложно, что ли? Сейчас... Одна подпись. Сейчас место его имения станет местом нашего имени. Место имения, блин, я всегда так орал с этого выражения. Место имения, блин. Расскажите, какие бывают места имения, блин, разные. Там поимею чуть-чуть, там. Мне кажется, если... Мне кажется, Илья очень ржет со словом «междометие». Многочлен. Междометие, междометие... Многочлен, да. Многочлен — это стандартно, да. Междометие вообще не понимаю. Типа, метаешься между чем-то и все. Ну, блин. Место имения. Очень русский язык. Понял, ладно. Включили? А? Нет. Свет включили? Нет. Мы не включали. Это же этот. Разгенератор. Это джин, что ли? Включен. Так он и на кухне включил. Не понял. Генератор был выключен. Лёня. Да, а тогда это был, тогда это джин. У нас крест сожрали. Джин. Крест сожрали. У нас нет вообще улик? Вообще. Нет, ЕМП 5 отпечатки минус. Ну поговорить с ним. Будет. ЕМП надо и отпечатки искать. Отпечатков не видала. Минусов, которого не было. Ты здесь? Ты рядом? Пайн клоуз, блин. Радиоприемник? Да. Да. А чё мне не отвечал? Что за дела? Я обижена. Это не... Душара. Ой, Ярик, беги! О, это ивент. Нет! Это ивент. Как нет, дверь открыта. Дверь открыта. А. Да? Дверь закрылась при ивенте? Но да. Это не Юрей? Да. Приколы. У меня рука плохо двигается в этой повязке. А без повязки я опять палец теребонькать буду. Я его даже не видел, если честно. Катя, ну зачем? Оставь палец. Вот теперь атака. Я тебе фонарик кинула, кстати. Я сжег, если что. Ну ты один там, если что. Да. Он, кстати, из гостиной вышел. Он что, нас обманул? С топором. Челик с топором. Ну или где-то прям возле... одной стартанул, потому что он оттуда шел. Ярик, а ты жив? Да. Значит, не Диоген. Пока нет. Пока нет. Мне конец. А это... А как он ходил? Быстро, да? Может, Морой? Может, Морой, я тоже думаю. Или Близнецы. Кстати, может это близнецы? Раз они то там, то тут. Я там и тут куда пошлю. А посылают часто. Я хочу тянуть карту. Смотри, Софья, опять в этом доме, опять карта. Угу. Игра дает нам второй шанс. А как? А почему? Блокнот пишет, блокнот почему? Пишет.
О, видите как я, молодец. Не зря я просил. Это морой. И вот действие, серьезно. У меня один кадр. Да, давай, морой. Ну фоткай блокнот нафиг. Давайте просто в шкаф сядем и послушаем. Давай. Давайте по... А, мы не можем похавать, блин. Я тебе больше... Я тебе больше скажу. Илья, мы сейчас карты потянем, у нас вообще может быть рассудок плюс. Я в дальний тогда. Я думала, мы Ярика выкинули. Сам ушел. Мне просто найти бы еще дальнюю комнату. Ты призрак ходил? Ну, будущее, если только. Я дергаю. Дергай, мы не осуждаем. Смерть, дурак. Смерть. Не дурак, да, как понимаю? Нет. Да нет, не морой. Да не, не морой, да. А быстрее ходит, чем в прошлый раз, или так же? А, не могут быть без зацепи. Так, ну это и не Мара, если она щиток включила. Дух, полтер. Хренушки два, мы сейчас поймем, дух это или полтер. Угу. Ну летит знатно, смотрите. Предметы знатно летят при атаке. Что дальше? Давай. У нас есть рассудок, есть. Луна. Херово. Смерть. О, задание сделано. Не полтер ли? Что надо тебе? Нет никого. Я просто чисто по разлету предметов, как будто летит больше предметов, чем должно. Давайте сложим кучку полторскую. Смотри, там кавардак вообще. Как ты что-то видишь? Мы же сидим в одном кресле. Нет, я на звуки ориентируюсь. Видишь, летит, 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 все летит. Не трогай! Мы невкусные. Конец? Угу. Он у меня был. Вроде как. Башня, дурак. Вроде у нас был. Ивент. Спасибо. Не уходить? Не уходить? А если ты в шкафу сидишь, то ничего не должно быть. Ладно. Не, ну можешь поменять. Башня. Ничего себе. Вот тоже что сделал? Слышно что-то, да. Ай, приз дурак был, в смысле, чел. Вот оно разочарование. Ивент, дурак. У нас не атака, разве нет? Нет. Нет, не атака? Ладно. Башня. С чем? Кому я сижу, транслирую? Вот он, ну. Ну! Атака! Нормально? Как это я только выхожу и сразу так? Открыл он, блядь, дверь. Это было прикольно. Смотри, прям предметы туда-сюда. Я сейчас уверен, мы выйдем, тут такой бардак. Все раскидано в разные стороны, по-любому. Да, могу выходить. Да. Вон, да, кроссовки в одной стороне вообще лежат. Может, давайте кучку полторскую проверим. А где? Надо же понять, где он. Опа! Ну, да. Ну вроде в гостиной. Пошли похаваем, Катя, пошли похаваем.
ты угощаешь? Да. Кто ж так зовет? Берите. Надо говорить, пошли, пошли выпьем. Вот. Вот это мотивация. Так, все, давайте, кидаем. Ой, распятушку подожрал. Ну, где-то в коридоре. Тут и кидать, значит. Так, а что кидать? Что кидать? Вон, ботинков много. Да серьезно, что ли? Нет! Оставьте меня! Бегу! Все, давай! Нормально, сейчас. Фух, попались спасибо, бы. Кто-то поджег мне прям. Я просто поджигаю, будто в ебало кидают. Ему или Илье? Скорее всего, Ярику. А я фонарик свой оставил. А, не подходи! Уйди! Уйди, сейчас собаку тебя кину. У меня картинка собаки в руке и благовоние. Пошлите. Блин. Как же ему накидать что-то тут? Скотина, все раскидал нам. Мы тут кучку мастерили. Нормальные вообще, нет? Ивент, спокойно. Ивент. Вон он, вон он. Нет, где он? Вроде Катя. Что, дурак, что ли? Я тебя тут трогаю, между прочим. Так, а что, а где моя камера? Маленькая такая, компактная. Куда я ее дела? А, вот она. Чтобы на кучку-то поставить. Аккурат. Да в смысле? Ай! Зажгла, да? Ага. Прям за спиной был. Зашибись, построили, да, кучку? Все раскидает. Кстати, из всей кучки только чашка улетела. Может, это все-таки дух? О-о-о! Полетело все. В стратосферу, блин. Может, это душный полтергейст? Ох, я Софью вижу. Ее голова-то. Если что, у меня веник есть. Хорошо, в баню сходим. А, отлично. Что, таки раскидал все? Мне кажется, он выходит из... Так он вообще ничего не раскидал. Почти. Что надо тебе? Из комнаты все-таки. Ууу, какой я страшный. Ууу, какой я грозный день. На, держи. Так, а что делать-то? Ставим кого думаем и уезжаем. Не, можем посидеть. Да, наверное. Посмотреть на эту кучку. Ну что-то мне кажется, что это... персонаж, от которого надо форточку открывать. Дух драчун? Ну, кстати, дверей рядом не было, поэтому он их не дергал, а так? Хз. Катя, ты в доме? Нет. А, нет, нет, нет. Я просто два тела заслонил. Ну вот сейчас единичное что-то пролетело, а эту кучку не трогает. Наверное, все-таки дух. У меня есть веник, можно поджечь. Проверку на духа. Опа, да. Вот единичный предмет из кучки улетел. Но не вся, мне кучка. Кажется, что это... Опять свет включил. Свет.
свет. Он вместо двери сейчас свет дергает, видишь? Двери... Да. Ему надо все время что-то дергать этому духу. Дух, наверное. Сейчас, прикинь, игра такая. Какой дух? Дурачки. Это Мара. Мимик. Вы просто не понимаете. Она теперь включается на свет, а не выключает. Она просто включает свет, чтобы его потом выключить. Эх, вы. Это будет прикольно. Да. Да поехали, чё? Ну да. Тут можно долго душиться. Полтергейст. В каком месте он полтергейст? Ну не трогает же куть. Ну блин, вот эта теория все-таки, смотрите, она ведь рабочая. Когда при атаке летит все в разные стороны, это, скорее всего, полтер. Там прям по звуку было слышно, что прям... каждом. Нет, не понимаешь. Вот когда обычный призрак, там как бы раз полетел, два полетел, три полетел. А тут он идет и там прям туда, сюда, сюда, туда. Все летит вообще, все, что видит. Ну, я же на камере смотрел, когда вот одна из атак последних была, где кучка наша лежала. Там из кучки вылетело 1-2 предмета. Ну, это странно, я согласна. И сейчас вот тоже мы смотрели на кучку, полетел ровно один предмет. И ничего больше. Странно. Ну, это фазмофобия, чё. Спасибо, что не Мара, как говорится.